В Одессе стартовал первый всеукраинский форум молодых ученых. Более сотни сотрудников ведущих научно-исследовательских институтов и вузов Киева, Харькова, Львова, Днепропетровска, Одессы и других городов собрались для развития научного молодежного сообщества. Если посмотреть на последние 25 лет, страна все делает для того, чтобы выталкивать молодых людей, которые способны создавать что-то, да, в этой стране. Они уезжают и, к сожалению, создают продукты за пределами нашей страны. Поэтому тот форум, который сегодня посвящен, как раз будет обсуждать вопросы. Вопросы развития человеческого капитала и в контексте именно взаимодействия науки, образования, в контексте управления человеческим капиталом, вопросы финансирования и так далее. Подобного проекта в Украине еще не было, но организаторы надеются, что с помощью такого рода форума научная деятельность Украины станет лучше развиваться. Ситуация очень сложная с наукой в Украине, да, и мы должны как-то сами что-то делать, пытаться что-то изменить, искать пути решения наших проблем, искать возможные пути финансирования научных исследований, таких как зарубежные, возможно, фонды, использовать возможности, те, которые нам сегодня открыты.